Пламенный привет, дорогие друзья, семья, а также просто гости моего канала. Добро пожаловать на канал Ди Лорензи. Как вы видите, у нас здесь необычный фон, который практически ни разу не участвовал в каком-либо видеоролике. И если вам как бы нравится, ну поставьте его лайк, смотрите, как красиво, как прекрасно. Ладно, расскажу немножко о формате видео, которое вы сейчас посмотрите. Когда мы открываем приложение Samp Multiplayer, заходим во вкладку «Интернет», мы видим огромный-огромный список серверов, которые так и манят туда зайти. Мы знаем очень много серверов, которые находятся в топе проектов Сампа, а именно в этом формате, который безусловно снимали многие ютуберы. Я не спорю, я не причисляю, что я его придумал. Именно здесь мы будем заходить на какой-то неизвестный сервер, на какой-то нуба РП сервер, ну или просто какой-то проект с ептическим названием. Мы будем его в каком-то образе оценивать. Возможно, даже в каком-то моменте будем приходить к выводу, что там можно играть. Ну или же наоборот. Туда нельзя заходить, там говно и воня. Давайте уточним один момент. Ни один из проектов, который будет у нас в видео, не проплатил мне, не навязался. Мы их будем находить либо через вкладку «Интернет» в окошке Сампа, либо вы сами нашли какой-то офигеть какой кринжовый или мега охренительный проект, то вы можете сами скинуть его мне в паблик ВКонтакте. Короче, как-то так. Я Ди Лороза, и добро пожаловать на рубрику под названием... Нуба Рэнди, я думаю, что для начала сойдет. Прямо сейчас спускайся и ставь лайк под видео, и покупай мой новый мерч по ссылке в описании. Желаю вам приятного просмотра, и давайте начнем. Погнали! Итак, буквально пару часов назад в своем паблике я попросил вас скинуть айпишники каких-то серверов. Вы мне вот тут накидали, и самое интересное, что первого претендента я уже нашел. Далеко ходить не стал. Итак, барабанная дробь. 12 левел, 120 кк, необъяснимо, но хай. Друзья, я за все время пребывания своего в Сампе, играя в него с 2010 года, встречал разные названия серверов, там, закупок коня, ролиплей, там, всякие серверы от Владислава Павлова, названия которых вы прекрасно знаете, но... Необъяснимо, но Hyper P, это, конечно, что-то новенькое. И мне, блин, достаточно интересно, что будет, когда я туда зайду. Здесь замечу, неплохой онлайн, 226 человек играет. Мод Samp RP 037. Это, конечно, тоже достаточно увлекательная информация, Samp RP мод. Ладно, короче, на этот сервер я еще не заходил, мне просто привлекло название. Хайп, хайпанем немножечко, вот написано. Так, давайте передумаем никнейм какой-нибудь подходящий к этому серверу. Хайп Бест Тентасьон. Вот такой у нас будет никнейм. Я думаю, что он идеально подходит. Например, даже на роль какого-нибудь мэра. Мне даже интересно, какие должны быть никнеймы у игроков этого сервера. Типа лидер инструкторов Алишер, нижнее подчеркивание, Моргенштерн. Либо же лидер медиков, это, я не знаю, инстасамка какая-нибудь. Ну ладно, сейчас мы это и проверим. Заходим. Итак, сейчас мы видим стандартную регистрацию. Мне кажется, для персонажа, который я хочу создать, даже пароль должен быть максимально хайповым, блин. Поэтому напишем хайп инстасамка. Так, видимо, это... Я понял, хорошо. Попытка номер два. Нам дают слишком мало времени для авторизации, окей. Вейп, Гуччи, Флекс. Будет у нас вот такой вот пароль. Так, мужской пол, хорошо. Да что... Почему мне не дают зайти на этот сервер? Я что, недостаточно хайповый, что ли, пацаны? У меня вот жижка для вейпа есть. Ладно, попробуем зайти третий раз. Так, мы появились на спавне, как на Samp RP. Что это вообще за здание? Что здесь написано? Лучший бонусный проект в России. Это, блин, возможно, самый лучший слоган вообще, в принципе, который я слышал для сервера. Ладно, спаун мне нравится, нравится. Как я понимаю, здесь вместо гироскутеров это НРГ, да? Хайповый взрыв. Так, я хочу убедиться, что здесь реально играют хайповые люди. Xbox One. LOL. Online Gamer. Facer New. Славик Банано. Знаете, звучит хайпово, блин. Окей, я вижу, что здесь стоят люди. Давайте попробуем с ними пообщаться. Здравствуйте, я тут новенький. Шаиш? Расскажи, насколько этот штат хайп...
Василий Поп предлагает вам вступить в организацию ФБР. Охренеть! Знаете, дорогие друзья, чтобы попасть в ФБР на сам ПРП в далеком 2011-2012 году, там так приходилось жопу рвать, чтобы пец. А здесь я только зашел, мне сразу предлагают. Конечно, я согласен, блин. Вот и все. Ребят, я не знаю, сколько прошло секунд, наверное, секунд 20, я уже достиг небывалых высот. У меня 100 миллионов долларов. Я работаю в ФИП в одной из самых престижных работ проекта, наверное. Так, скажите, насколько этот штат хайповый? Получите медкарту. Я не хочу получить карту. Я хочу получить хайп. Хайпово сдохнул. Ну, мне не надо больше каких-то лишних слов. Так, окей, я нашел выход. Кстати, интерьер достаточно неплохой, только... У меня единственный вопрос, почему это находится прямо возле спауна? ФБР? Что? А. Ну, проект замечательный, я сюда заходил 3 часа, меня сразу приняли во фракцию, убили, отлично. Я хрен знает, какой раз я уже сюда вернулся. Да ебаный в рот! Какого черта? Почему там стоит какой-то крашер? Какого хрена? Какой смысл? Боже мой. Окей, я зарегистрировал нового персонажа, и почему-то... Какого хуй? It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services! It's time to stop! Как вы видите, я зашел в очередной раз сюда. Я хотел добавить то, что... С условием того, что на сервере даются очень много денег, почему-то дома свободны. То есть, по всей сути, прямо сейчас я могу поехать на Вайнут и купить себе какой-то особняк, да? Интересно, чем тогда люди здесь, в принципе, занимаются, если они даже вообще не скупают дома? Так, хорошо, я сюда приехал и хочу это купить. Ну-ка, идем на значок. Купить. То есть я сейчас впервые зашел на сервер и купил самый охрененный дом на любом из проектов. Успекс. Итак, администратор дал банчата игроку на 1 минуту. Причина — тест. Чего, блять? Что-то это мне напоминает Эль Капоне 2012 года, который просто по тесту давал бан до 2038 года топ-донатерам. Окей, также мы сейчас направимся на самое популярное место на любом из проектов. Это Мэри. Вот что, Ричи Гальяни? Я узнал твой скин, друг. Ричи, здорово, друг, блин. А, Михаил. Привет, хочешь постреляться? Блин, на самом деле хочу. Так, сюда нахуй. Сюда. Пошел. Сюда. Так, меня сейчас подбили, и у меня опять вылетело из игры. Пиздец, нахуя себе. Ебать. Стоп. Ко мне это пошнулось админша. Смени ник. Почему? Нон-РП-ник тебя кикать будем. У меня и так часто вылетает. Если тебя будут много кикать, дадут бан. Хорошо, через 10 минут изменю. Отдай мне мой велосипед. Гироскутер, отдай. Это мой. Все, до свидания, женщина. Я поехал по делам. Что она мне только что написала? Тяночка желает вам приятной игры на сервере Eternity Hype. Тяночка, по-моему, сейчас пи***лей получит. Тебя куда отвезти? Я хотел бы посмотреть ваши особенности. Я сейчас не про сервер. Ладно, шучу. Я хочу посмотреть на достопримечательности сервера. Почему он называется Хайп? Если у меня фамилия Хайп, значит, что я хайповая. Лол. Если я Саша Пиво, то шо я пьяная? Этот сервер мозги взрывает. И убежали, да? Этот сервер действительно взрывает мои мозги, только, извините меня, нет каких-то охранительных впечатлений от того, что в принципе здесь происходит. Чтобы я по 10 раз заходил на серв. Это что за пипец? И вот люди, которые здесь играют, это вообще настоящие люди? Где они вообще все находятся? Как я понимаю, это администратор отбирает тачку у игрока, да?
Неплохо. Давайте у них поинтересуемся, почему они это сделали. Почему вы украли машину у игрока? Это помеха. АФК на дороге. Ну, кстати, в принципе, достаточно логично. Ладно, окей, хорошо. Я тогда возьму у вас мотоцикл. У нас взаимно бизнес получился. Вы получили Инфернус, я получил НРГ. Все четко. Окей, и походу я нашел магазин одежды. Ну, давайте попробуем купить себе скин, чтобы хоть как-то выделяться среди других игроков, блин. Опа. Вот это, мне кажется, самое идеальное, что может мне подойти. Отлично, хайповый дед. Смотрите, в гетто вообще, в принципе, все дома свободны. Можно купить отменку. Чем тогда, в принципе, здесь заниматься? Кикать людей за нон-рпник? Интересно. Что у нас есть по работам? Работа автоугонщика, воришки, развозчик продуктов, развозчика топлива, другие. Что значит другие? Ладно, окей, отправимся на другие работы, блин. И другие работы, как я понимаю, нужно получать непосредственно на мэрии. Окей, мы зашли в здание мэрии. Где тут работы у нас? Сюда. Так, я на втором этаже. Что у нас здесь? Clock room, conference, guard и мэр. А, вот, все, я нашел иконку. Наверное, получать работу именно здесь. Вы не состоите в мэрии. А, какие работы, простите меня, вы называете другими? То есть, получается, здесь есть работа автоугонщика, воришки, развозчик продуктов и топлива, да? Как я понимаю, вы нахрен отчислили все остальные работы, которые могут быть полезными, оставили самые не... Ой, какая же это все хуйня. Какой смысл? Я больше не могу. Что это вообще было такое? Никакого хайпа я не получил. Получил пи***й от какого-то копа и от админов. Найс геймплей, советую всем. Ха, заходи, пиздей, получи. Пиздец. Друзья, на самом деле у этого видеоролика есть продолжение. Я сразу же сделал обзор на несколько серверов, правда, если их вместе объединить, то получится 40-минутный ролик. Поэтому, если под этим видео наберется 25 тысяч лайков, я сразу же выкладываю вторую и третью часть. Ну и вот вам парочка спойлеров. Собака писала, собака какала, собака села и заплакала. Собака писала, собака какала, собака села и заплакала.